Сергей Иванович, насколько важно сегодня было набрать очки с учетом того, что вы уже решили задачу на сезон? Ну, спортсмен, мы всегда хотим выиграть, да, поэтому, естественно, расстроить, что не выиграли, но сейчас задачу решили, поэтому еще раз убеждаю, что мотивация и психология очень большое значение имеют, да, не хватало мотивации и, как сказать, эмоциональных сил очень много отдали в той игре, победа, задачу выполнили, естественно, этого не хватало. Какое впечатление сегодня оставила воронежская команда? Ну, у них тренер есть, да, разберутся. Ну, молодые ребята дали бой, да, команде лидеру, поэтому молодцы. Какую роль в вашей команде играют воронежские футболисты Ярослав Денисов, Артур Арустамян? Мы не делим ни на воронежских, ни на липецких. У нас есть команда, поэтому мы и победили. У нас очень хороший коллектив, поэтому мы заняли первое место. Какая задача будет у вас на сезон в ФНЛ? Пока не было никаких собраний, ни... Чуть позже. Ну, конечно, проиграть не хотели. Мы спортсмены, хотим мы выиграть. К сожалению, не получилось. Но ребята отдали все силы. В конце даже могли забить. Понятно, что и нам могли забить. Но на последних секундах шли вперед. Жарко, да, тоже сыграл свою роль. Все-таки днем. И мы немножко, у нас команда возрастная. Но это не отговорки. Ну, ничья, значит, справедливо.